Лилии, ромашки и колосья. Накануне в духовно-просветительском центре прихода храма Святой Преподобномученицы Великой Елисаветы подвели итоги конкурса цветочных композиций и букетов. Фестиваль организовала Бобруйская епархия и Белорусский союз женщин. На конкурс представили порядка сотни работ. Все композиции не поместились внутри. Здесь остались самые хрупкие. Например, эта корзина с цветами. Во двор вынесли более практичные. Свои творческие способности продемонстрировали работники учреждений здравоохранения, образования и культуры, рабочие предприятия и дети. Коллектив третьей поликлиники победил в номинации «Цветочная композиция». Медики представили сразу две работы, которые связаны одной идеей – корабль и велосипед, украшенные цветами. Елисавета любила цветы. В корабле мы использовали ее любимые белые лилии. Белые цветы, колосья она меняла на деньги, оказывая помощь больным, бедным. Поэтому это напрямую связано со Святой Елисаветой. И вот эту идею мы воплотили в наших работах. Жюри остались под впечатлением от всех работ, но победителей в трех номинациях – букет, композиция и храмовые цветы – все же пришлось выбрать. Здесь мы вот так и видим, что все задумки такие авторские, цветы живые – основное наше такое пожелание, но можно в качестве отделочных элементов использовать какие-то аксессуары. Видно, что люди вдохновились, они делали их с любовью, с радостью, вложили в них свое сердце, душу. Тепло. Прихожане тоже впечатлились оригинальными композициями. Виктория Попелева считает, через эти цветы можно проникнуться жизнью Елисаветы. Великая княгиня Елисавета своей жизнью несла в мир добро, свет, любовь к детям. И у нее было такое, сейчас, если мы выразились бы, хобби, это делать букеты цветов. Потому что цветы – это, дар Божий. Конкурс прошел уже в третий раз. Не исключено, что и в следующем году бобруйчане смогут насладиться творчеством рукодельников. Анастасия Похлёстова, Павел Зуев, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.